Гормон счастья сжигает жир. Оказывается, стройным быть совсем не сложно, достаточно стать счастливым. Американские ученые обнаружили в мозге человека гормон, который отвечает за сжигание жира. И он вырабатывается в ответ на гормон счастья серотонин и ускоряет обмен веществ, способствуя активному похудению. То есть все, что нам нужно, это стать счастливыми. И мы это откуда-то знаем, когда в плохом настроении пытаемся побаловать или порадовать себя шоколадом или утешить тортом, ну и далее по списку. А в этом видео вы узнаете, как поднять уровень счастья без лишних калорий и даже с пользой для талии. А как вы поднимаете уровень счастья? Поделитесь в комментариях. А мы начинаем. 10 способов поднять уровень счастья и худеть. Почему в стрессе и плохом настроении у многих рука сама тянется к сладкому? Потому что действительно при потреблении сладкого жить становится немного веселее. Но не обольщайтесь. Через сладкое повысить уровень выработки серотонина можно, но эффект недолгий, и это путь в никуда. Вы едите сладкое, вырабатывается гормон и повышается настроение. Но затем организм требует следующей порции сладостей, чтобы снова удовлетворить свою потребность в удовольствии. И со временем для ощущения счастья нужны все большие дозы сладкого. От каждой новой дозы простых углеводов сахар в крови резко повышается и затем также стремительно падает. И вот вас бросает из состояния эйфории в депрессию, а вес стремительно растет. В общем, о сладком забудьте. Но в то же время важно не допустить падения уровня серотонина, ведь он влияет на наше настроение, аппетит, на качество сна, в целом на активность и даже на сексуальность. К счастью, есть много других доступных способов повысить уровень серотонина естественным путем. Первое. Самое простое и доступное – получайте достаточное количество света. Свет помогает синтезу серотонина. Почаще бывайте на свету под яркими лучами солнца или хотя бы дома устройте получше освещение. Повесьте дополнительную лампочку, раздвигайте шторы. И даже если небо затянуто облаками, все равно постарайтесь проводить на улице как минимум 20-30 минут в течение светового дня. Потому что солнечный свет, он все равно пробивается сквозь облачность, и он является самым простым и самым распространенным антидепрессантом. И это бесплатно. Второе. Почаще бывайте на свежем воздухе. Мало кто знает, но синтез серотонина у нас в организме зависит от концентрации кислорода. Поэтому усилить выработку гормона радости можно на свежем воздухе или когда вы занимаетесь дыхательными упражнениями. Есть дыхательные гимнастики, которые повышают приток кислорода в кровь. Третье. Следите за осанкой. Согнутая спина вызывает понижение уровня серотонина и автоматически приводит к появлению какого-то не очень приятного чувства. У кого-то чувство вины, у кого-то чувство стыда. А вот прямая осанка повышает выработку серотонина, самооценку и настроение. Так что прямо сейчас выпрямите спину, разверните плечи и напишите, изменилось ли при этом ваше состояние. Четвертое. Включите в рацион больше белка. Продукты с высоким содержанием аминокислоты триптофана повышают уровень счастья. Это происходит не так быстро, как в случае с быстрыми углеводами, как шоколад, торты, ну на то они и быстрые углеводы. Зато эффект надежный. Питайтесь качественными белковыми продуктами, добавляйте зелень, яйца, нежирные молочные продукты, гречку. Пейте достаточно чистой воды. Если вы придерживаетесь вегетарианского питания, то употребляйте орехи и семена, они тоже богаты триптофаном. Пятое. Повысить серотонин помогает физическая активность. Она увеличивает тоже уровень триптофана, из которого тело синтезирует серотонин. Причем уровень триптофана сохраняется даже по окончанию тренировки. Поэтому приподнятое настроение гарантировано. Если, конечно, спорт вам в радость. А для этого важно найти свой вид физической активности. О том, какой спорт способствует похудению, смотрите другое видео на нашем канале и еще много полезных ссылок под видео. Проходите бесплатный тест на психологические причины лишних килограммов под видео. Уровень серотонина повышается у тех людей, которые занимаются фитнесом в радость, а не ради определенной цели.
Таких по статистике примерно 15%. И именно они добиваются лучших результатов в улучшении фигуры. Вообще все в жизни имеет смысл делать с удовольствием. Согласны со мной? А если что-то не в радость, нелюбимая работа, отсутствие отношений, неудовлетворительные отношения, тут никакая шоколадка все равно не поможет, правда же? Напишите, что вы об этом думаете в комментариях. 6. Физическую активность дополняйте хорошим сном. Для выработки серотонина необходимо высыпаться, и особенно важно пораньше вставать. Ведь гормоны радости вырабатываются в утренние часы, когда вы при этом бодрствуете. Мы обязательно запишем одно из следующих видео с нашим врачом-кардиологом и диетологом Оксаной Лищенко. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. 7. Ходите на массаж. Не секрет, что настроение после массажа улучшается. И тут дело не просто в том, что вам размяли мышцы и сняли мышечное напряжение. Повышение уровня серотонина связано с тем, что сокращается уровень гормона стресса кортизола. Потому что кортизол и серотонин – это такие извечные противники в нашем организме. Чем больше кортизола, тем меньше серотонина и наоборот. Не можете себе позволить массаж – делайте самомассаж лица, рук, ног, головы. Это же приятно и снимает стресс. 8. Используйте водные процедуры. Плавайте в бассейне, принимайте ванну, принимайте теплый душ или контрастный душ. Вода – это еще один природный антистресс. А чтобы усилить эффект, представьте, что вы стоите под целебным водопадом. И эта вода смывает тяжелые мысли и даже лишний вес. 9. Уменьшите потребление сахара. Если вас тянет на сладкое, значит уже по определению у вас низкий уровень выработки серотонина. А сладкое – это признанный наркотик. И организм будет требовать все новых доз, поэтому выбирайте здоровые способы повышать серотонин, иначе рискуете заработать сахарную зависимость. Потому что организм быстро привыкает к тому, что съели сладкое и настроение улучшилось. И при любом намеке на плохое настроение организм будет требовать больше и больше сладкого. Как правильно есть сладкое и какое сладкое есть можно, смотрите в другом видео с нашим диетологом на нашем канале. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие еще темы вас интересуют. И 10 совет – используйте ароматы. Для большинства людей ароматы цитрусовых, к примеру, связаны с позитивными переживаниями. А вы можете найти свой собственный бодрящий аромат. В аптеках сейчас продаются разные аромамасла, и это недорого, и можно выбрать на любой вкус целую коллекцию. Проходите бесплатный тест на психологические причины лишнего веса по ссылке под этим видео, и вы узнаете, насколько вы эмоционально зависимы от еды. И смотрите также другие полезные ссылки. В этом видео рассказала вам 10 способов поднять уровень счастья за счет тела. И повторю их еще раз. Солнце, свежий воздух, хороший сон, сокращать сладкое и повышать потребление белка, хорошая осанка, движение, массаж, водные процедуры и ароматы. 10 способов. А в следующем видео будет еще 5 способов радоваться без сладкого и стройнеть уже на уровне психологии. После подписки на канал жмите на колокольчик, чтобы его не пропустить. Конечно же, делитесь этим видео с друзьями. Мне важно, чтобы информация, которую я для вас готовлю, была полезна большему количеству людей. Лайк автору за труд, если вам понравилось. С вами была Галина Турецкая, психолог, кандидат наук, эксперт по лишним килограммам.